Это видео о мошенниках, которые хотели меня купить за 700 тысяч рублей. Ну, просто прошу вас как-то удалить ролик. Если сумма вас не устраивает, вы можете ее увеличить, пожалуйста. И о том, как эти жулики ведут себя с клиентами, которых они обманули. Эти божьи твари запугивали людей, угрожали, унижали и удерживали против их воли. Чё ты врач нахуй отсюда, пизду? Да так коней, сади, блядь, нахуй. И слышь, меня грязью поливать, у меня дома хуй кто посмотрит. Я еще раз говорю, у меня дома хуй кто посмеет поливать меня грязью. Ясно? Вы нормальный, можно вопрос? Выкрали расторжение, убежали. Наши ты что, как тебе? Она мне предоставила. Я говорю, ты что, как телок себя ведешь, хуесос, ебаный, сюда, приди нахуй, принеси обратно документ, черт задумай, блядь. Или ты что, глупоможет, там печати даже нету. Дебилой ты, тупорылый, блядь. Вот такие у них методы работы. Друзья, пожалуйста, постарайтесь не попадать в такие ситуации. Если вы все-таки попали в такую ситуацию, то обращайтесь к нам. Мы не только оказываем квалифицированную юридическую помощь по разным категориям дел, но и отстаиваем права людей, пострадавших от юристов-мошенников. Горячая линия «Дорожный контроль» 8-960-100-0034. Да я вот ролик сейчас посмотрел, как вы в это, на Алексеевский 17 был. Угу. Я вот этого мошенника узнал, это Пастухов Сергей Анатольевич. Даже прописки нету воронежской. У него прописка в Усть-Лабинске, он там был несколько лет участковым в городделе. Угу. Его за пьянство и стрельбу изгнали оттуда. А что за стрельбу? Со своего штатного пистолета ПМ. А куда он, почему стрелял? Пьяный был. Пьяный был? Он не за рулем случайно был? Он был за рулем пьяным, там совершил ДТП, стрелял. Обалдеть. Вот это да, вот это сучоныш. Я обращаюсь ко всем нашим зрителям. Помогите распространить это видео во всех своих социальных сетях. Просьба посмотреть полностью этот выпуск. Это очень важно для продвижения этого выпуска. Не забудьте при просмотре этого видео поставить палец вверх и написать комментарий. Таким образом вы нас поддержите. И алгоритмы YouTube нас выведут в рекомендованные видео. И если ты еще не подписан на нас, то сделай это прямо сейчас. Я не понял. Еще раз. Урегулировать вопрос со мной или что? Ну, урегулировать, да, вопрос просто, как вы на YouTube выложили, уже там, десятки тысяч просмотров, как бы, это не очень, как бы, хорошо, да, вот мне как поручили, чтобы с вами как-то обсудить ситуацию и, ну, какие-то найти, возможно, ну, какой-то компромисс, чтобы вы как-то удалили ролик, ну, либо там какое-то опровержение сделали. Такая вот ситуация, в общем. Вы имеете в виду по Алексеевского бюро юридических услуг? Про эту тему вы имеете в виду? Да, совершенно верно, да. А вы кем являетесь? Ну, я непосредственно от руководства как помощник. А от кого? Вот от руководства кто там руководитель? А, Пастухов. Знаете, вы его общались, нет? Так, ну, конечно, знаем. А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Андрей. Андрей. А фамилия у Андрея есть? Мне просто... Меня Вадим Серов зовут, мы, как бы, мы не скрываемся ни от кого. Макаров, то есть это настоящая фамилия? Фамилия настоящая, просто я не знаю, там смысл как есть называть, нету фамилии, просто... Я понял. Скажите, пожалуйста, о каком урегулировании идет речь? О каком урегулировании? Вы готовы всем пострадавшим выплатить деньги, кто пострадал? Нет, ну урегулирование в том плане, чтобы вы, ну, как-то дали какой-то, ну, или просто удалили ролики, либо опровержение. Просто я вот сейчас сам тоже, ну, как мне, я ознакомился, да, с материалами. Mm-hmm. Вот, и, ну, там, конечно, не очень, как говорится, компания в хорошем свете. Просто здесь, ну, такая ситуация, что мы не хотим это как-то портить, там, репутацию, еще что-то. Так, дело в том, что ООО «Бюро юридических услуг», насколько я понимаю, в отношении этого юрлица возбуждено уголовное дело. О чем речь-то? Или вы конкретно про конкретных людей, которые там участвуете? Вы о них говорите? Ну, я про конкретных людей, да, и, ну, вообще в целом ситуация. Потому что вы, ну, согласитесь, все-таки там поставили, грубо говоря, людей к стенке, да, это тоже не очень
Кто поставил людей к стенке? Да, действия. Кто осуществлял противоправные действия, расскажите, и кто поставил? Вы так говорите, как будто я это сделал. Ваши активисты, они же там разбивали с ног, да, там. Это кто? Причинили какие-то побои в любом случае. С чего вы такой вывод сделали, скажите? Что наши активисты как какие-то противоправные действия осуществляли? Вы что? Нет, вывод с ваших роликов. То есть в любом случае, да, вы же удерживали незаконных людей. То есть, грубо говоря, как это удерживали? Подождите, я лично кого-то удерживал, скажите? Мои ребята кого-то удерживали? Ну, конечно, вы снимали это все на камеру. Подождите, снимать на камеру и там быть, это не значит, что я кого-то удерживал и кого-то бил, там, к стенке поставил? Ну, давайте... Сказать, что они вот просто так стояли, вы, да, что вы во что поверили, в то поверили. Вы лучше скажите, каким образом ваше руководство хочет конфликт урегулировать? Как они видят это урегулирование? Вот это я хотел бы услышать от вас. Ну, урегулирование в том плане, чтобы вы удалили, во-первых, эти ролики. Вот. Во-вторых, мне непонятно вот даже, да, лично вашего какая-то вот, ну, позиция, то, что там обманывают людей, вот вы сказали, да, там еще что-то. То есть никакого обмана нет, ведется обычный юридический бизнес. То есть здесь нет какого-то там обмана, еще что-то, никого там не принуждали отдавать деньги, там, грубо говоря, да, там пистолет ни на кого не направляли, чтобы там деньги выкладывали. А вы, ну, в таком свете все выставили, что вот какие-то там мерзавцы у нас работают, и что вот вы такой хороший, ходите благородно, всем помогаете. То есть у нас просто, ну, как руководство, оно все понимает, что и у вас... Вы вопрос, вы слышите, сколько много букв, слов... А фактически мы ни о чем с вами еще не поговорили. Вы сказали, что вы как-то хотите урегулировать. Так вот, вопрос. Вы урегулировать это хотите, эту проблему, с теми лицами, которые пострадали от действий этих людей, этой компании? Каким образом вы хотите урегулировать этот вопрос? Ну, если ближе к делу, то мы хотим, чтобы вы полностью удалили ролики, а мы вам, ну, можем какую-то там денежную компенсацию, так сказать. Кому? Мне? Мне. А вы не хотите денежную компенсацию, значит, выплатить людям, которые пострадали? Вот этого вы не хотите сделать? Или это дешевле будет мне заплатить? Подождите, подождите, вы подождите, не перебивайте, послушайте. Вам проще мне заплатить денег, чем расплатиться с людьми, которые пострадали? Я не пойму. Нет, вот, Вадим, смотрите, вот вы говорите, то, что там какие-то люди пострадали. Ну, конечно, там же люди, вы видели, люди там в видео были, которые пострадавшие? Вадим, я видел, но вы как юрист действующий, да, вы же тоже прекрасно понимаете, то, что не все, к сожалению, ситуации возможно решить положительно. То есть, да, люди платят деньги, но они платят именно за какие-то юридические действия. То есть, если, к сожалению, эта помощь, ну, мы оказываем, безусловно, мы оставляем документы, мы делаем выезды. Если это не помогает, то, ну, мы не можем гарантировать результат. Это законно запрещено. То есть, мы никого не вводим там какой-то... Послушайте, вы давно работаете? Вы сейчас в какой организации работаете? Как она называется? Ну, в юридическом бюро, да. В каком? Ну, Алексеевского сейчас закрыто. В каком юридическом бюро вы сейчас работаете? Ну, оно закрыто, но оно же как действует. Мы не сделали банкротство. Не, я понимаю. Ну, вы же физически находитесь сейчас по другим адресам. Правильно я понимаю? Ну, физически, да. Да. Скажите, пожалуйста, мы сейчас просто сейчас в дебри будем уходить. Вы планируете, значит, решать вопрос с пострадавшими лицами? Их сотни. Понимаете, есть проблемные клиенты в компаниях, это нормально. Но когда это клиенты, сотни их, а то и тысячи, это уже не проблемные клиенты, а мошеннические действия. Вы давно работаете в этой компании? Ну, я давно работаю, просто Вадим, ну, смотрите. Так вот, если вы давно работаете, Андрей, да, насколько я помню, я просто не помню, это Андрей? Да. Андрей, так вот, послушайте, значит, если вы давно работаете, то вы знаете, как все это работает у вас. Значит, услуга, которую вы предоставляете, это такая медвежья услуга. Вы в некоторых, во многих, точнее, случаях подменяете понятия. Некоторым людям обещаете то, чего они не могут получить априори с самого начала. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, ну я понимаю, если...
есть одно дело, если там какой-то нерешаемый вопрос. А вы говорите, что он решается, и берете за эти деньги, за это деньги? А скажите, эти ситуации имеют место быть в вашей компании? Нет, я с вами согласен. Так они имеют место быть? Они имеют место быть в вашей компании, такие ситуации? Если как это, конечно, нет? Ну, подождите, вот люди пришли и говорят, что есть, а вы мне говорите, что нет. Кому мне верить, им или вам? Нет, ну, Вадим, смотрите, если проблема нерешаема, если там действительно ситуация, которая юридически ты никак не можешь что-то сделать или как-то повлиять, то мы об этом говорим, что ну, мы не можем, потому что эта статья уже, ну, как минимум, это административка, да, введение в заблуждение. И как максимум это уголовка. Да, вот. А послушайте, а уголовное дело вот было возбуждено, его просто так возбудили? Или все-таки на основаниях каких-то? Нет, ну, безусловно, вы предоставили основания на основании вот, там, ваших роликов. Вы каких роликов? Это не на основании роликов. Послушайте, не на основании роликов возбуждено, и не возбуждается уголовное дело на основании роликов. Они возбуждаются на основании определенных и конкретных фактов. И эти факты были зафиксированы. Так вот, вы... Андрей, мы можем вести эту полемику долго и упорно. Вот дело в том, что факты говорят о том, что в отношении юридического лица Бюро юридических услуг возбуждено уголовное дело по признакам преступления мошеннических действий по 159, часть 2, там еще до этого еще была часть 3. Так вот, возбуждено это на основании фактов определенных, правильно, пострадавших. Поэтому я говорю абсолютно сейчас правду, а вы сейчас пытаетесь также меня ввести в заблуждение. Так вот, давайте мы теперь это установили и от этого отступим. Меня интересует вопрос. Если вы хотите, значит, чтобы какие-то ролики где-то какие-то были удалены, то они должны быть удалены на основании чего-то, правильно? Либо судебного решения, либо какой-то договоренности, допустим, что вы там встречаетесь со всеми пострадавшими, вы возвращаете всем деньги в полном объеме, и все счастливы и довольны. Ну, и, Вадим, я вас слышу, просто понимаете, вот опять же вы говорите, что... Мне деньги, вы не... Я вам сразу говорю, вы меня не купите. Я вам сразу говорю, мне ваши деньги не нужны. Нет, Вадим, смотрите, здесь ситуация немного иначе. Вот у нас принципиально с вами, ну, вопрос, я не могу к нему не вернуться. Потому что вы говорите, то, что вот мы там обманываем пострадавшему, должны выплатить деньги. Но пострадавшие, вы же сами понимаете прекрасно, что они платят за какие-то юридически значимые действия. Вы правильно свои услуги назвали какие-то, все верно, они абсолютно какие-то непонятные юридические услуги, абсолютно ненужные людям. Ну, у нас с вами, я вашу позицию понял, просто мы хотим, как бы, чтобы вот и Андрей Павлович, там, и ну, все наши, в общем, сотрудники, которые были как-то задействованы, да, там, в ваших видеороликах, они были удалены, вот, и... какую-то компенсацию вам, как блогеру, да, как на Ютубе у вас же там просмотры, ну, монетизируете, да, или как там, не разбираюсь в этом. Скажите, да, пожалуйста, давайте так, я вас сейчас прерву, смотрите, Андрей, вы говорите о какой-то компенсации. Скажите, да. Вот, допустим, есть пострадавшие лица от действий Бюро юридических услуг. О какой компенсации идет речь? Может быть, мы сможем этими деньгами помочь людям, которые, значит, пострадали? О какой сумме идет речь? Ну, 150 тысяч. Послушайте, вы... 50 тысяч? Послушайте, мне, вот конкретно мне денег не нужно. Вот если вы скажете, допустим, мы готовы отдать всем деньги, вот, допустим, предположим, компенсация, там, 2 миллиона рублей, вот, предположим, да, и эти 2 миллиона рублей должны быть не мне переданы, а тем людям, которые пострадали от ваших действий. То есть каждый из них придет, и вы каждому из них индивидуально дадите эти деньги. Вот это будет компенсация. Вадим, вот вы сказали то, что меня это не интересует, давайте ближе к делу. А вот вы говорите опять за людей, да? Да, ну, все правильно. Для кого это было сделано? Для людей, для пострадавших. Ну, вот вы опять говорите пострадавших. Ну, в чем они пострадали? Ну, вы же знаете, вы же смотрели, вы же сюжеты правильно ознакомились с сюжетами. Мошенничество, это не значит деньги отнимают. Мошенничество, это... вводят людей в заблуждение, и люди отдают. Вы завладели денежными средствами, по моему мнению,
Вообще на то, знаете как, по надуманным, более того, во многих случаях просто придуманным основаниям, потому что во многих случаях просто люди не могли, значит, получить ту услугу, точнее не то, что ту услугу, а вот то, с чем, то, чего они хотели, они не имели права по закону на это, а им ввели в заблуждение, что имеют право. Вот вы можете вот какой-то пример конкретно привести? Вот я даже смотрел ваш ролик, да, когда вот вы, ну, ваши агенты там пришли на консультацию, там у них был вопрос, по-моему, по какой-то там коммунальной, короче, коммунальный вопрос, я уже забыл. Вот, там что-то там не допустили их, ну, короче, там коммунальные какие-то службы, у них был вопрос, вот, и, ну, юрист же, он, ну, как бы не вводил в заблуждение, все грамотно сказал, то, что да, нужно составлять документы, но, естественно, какой-то гарантий. Хотите, вам скажу, в чем заблуждение, хотите, вам скажу? Вы, скажите, вы имеете юридическое образование? Ну, я, да, имею. Имеете юридическое образование. Так вот, значит, вы практику юридическую имеете какую-то? По каким делам? Гражданского, вот, тогда вы должны знать. Ну, тем не менее. Вот скажите, вот смотрите, вот даже вот взяли вот эту вот ситуацию с, значит, управляющей компанией. Почему девушка-консультант сказала, что там нужен только статус адвоката для того, чтобы заниматься этим делом? Скажите, пожалуйста, почему она ввела в заблуждение, что там нужен только адвокат? Только адвокат нужен по уголовным делам. И то, там, где лицо обвиняемое или подозреваемое. Вот это первое введение в заблуждение. Это первое. Следующий момент. Значит, смотрите. Вы, ваш консультант, говорит, что это все за месяц 100% решится. То есть управляющую компанию за месяц поменяют. Вы же понимаете прекрасно, что нету ни одного, вообще ни одного практики такой, когда управляющая компания добровольно отказывается от дома. Она начинает решение, значит, собственников жилья оспаривать в суде. И это затягивается на многие месяцы. Поэтому вы заведомо ввели в заблуждение людей, которым понадобилась эта услуга. Это тоже заблуждение вводится. Или я ошибаюсь? Да нет, вы опять сейчас пытаетесь уйти от вы не поняли. Меня, со мной не прокатит разговаривать, как вы обычно с вашими клиентами разговариваете. Я на этом собаку съел, понимаете? Я тоже могу делать те вещи, которые делаете вы, но у меня есть совесть. Поэтому мне не позволит моя совесть заниматься этим. Вадим, дайте мне ответить, пожалуйста. Давайте. Потому что только адвокат, я, ну, не помню такого. Но вы видео просмотрите более внимательно. Хорошо, ну, если это так, это, конечно, неправильно, но, опять же, есть, грубо говоря, продажники, есть люди, которые на практике, да, ездят в суды, ездят в судебной работе, да, разбираться, вставляют документы и так далее. Это во всех фирмах. То есть это, ну, общепринятая мировая практика. А при чем здесь тогда консультант? Это же не... У вас продажники общаются с клиентом, оказывают юридическую консультацию? Продажники? Она может быть, да, ошиблась, но, опять же, адвокат в любом случае... Так знаете, сколько у вас таких ошибок? Знаете, сколько у вас таких ошибок, которые люди пришли? Это все ошибки ваши, понимаете? А таких ошибок тысячи. Следующий момент. Вот у меня вопрос такой. К вам бабушка приходила 85 лет. Почему, во-первых, я объясню, что с вами вот это вот все происходило, происходит и будет происходить. Чтобы вы понимали, это все не закончится. Пока у нас останутся в нашем городе только добросовестные компании. А к этому руку я приложу, поверьте мне. Пастухов тогда не поверил. Как бы он думает, что я блогер. Я не блогер, чтобы вы понимали. Я занимаюсь общественной деятельностью. Блогерство, вот эта YouTube-тема, это, знаете, как это отчет от нашей деятельности. Так вот, к вам приходила бабулечка, 85 лет, боже, дуванчик. У которой пенсия там с гулькин нос. Так вот, у нее проблема была с счетчиком, с газовым. И цена вопроса, она отдала 18 тысяч рублей, не получив никакого результата. Более того, ее ввели в заблуждение. Те действия, которые ей навязали, абсолютно не нужны были. Там нужен был претензия, либо организация, которая устанавливала этот счетчик, либо, значит, производителю этого счетчика. А если они на претензию не откликнулись бы, исковое заявление, и там уже разбираться. Вот вся вот эта волокита, которая была там написана, она не имела никакого смысла. Более того, женщина в итоге не получила никакой услуги. Она была не удовлетворена
удовлетворена тем, что она дала 18 тысяч, и получилось, что она без счетчик осталась и без денег. Более того, она заняла эти деньги, пошла уборщица работать и не знала, когда деньги отдаст. Смотрите, решен был вопрос таким образом. Мы понимаем, что как бы ей счетчик этот нужен. Значит, мы даже понимали, что там сейчас претензии, у нас сейчас затянется это все, там суды. Да, мы выиграем, все там и сделаем, мы проще. Мы просто купили сами за свои средства, оплатили установку, поставили этот счетчик. И более того, вышли люди, которые просмотрели этот сюжет, связались с нами и вернули ей 18 тысяч рублей. Торжественно, так скажем, со всеми там почестями, со всеми делами. И она счастлива и довольна осталась. Вот скажите, почему вы, ваша компания, вот я вот у меня кроме оскорбительных слов, вот я их пропущу, почему вы не вернули деньги пожилой женщине? Как у вас вообще рука поднялась на то, чтобы таких пожилых людей, вообще люди, которые не то что в матери отцы годятся, они наши деды и бабушки, понимаете? Вот за это вы и расплачиваетесь, и будете расплачиваться. Вы, я вам скажу, ваши адреса, которые вы сейчас на новых местах где-то, все известны. Я вам так скажу, ваш руководитель, который в Москве сидит, значит, как 7 марта мне звонил, немножко выпивший, мы с ним пообщались, я ему сразу сказал напрямую. Что тебе нужно? Ты вопрос слышал? Нет, встреча, Так я тебе говорю, что за проблема, обозначь. Проблема, ты приходишь ко мне домой и забираешь у меня хлеб. У тебя хлеб забираю? Да. Ты кто такой? Меня зовут Саша, еще раз скажу. Ну, что за Саша? Ну, Саша меня зовут. Ну, откуда такой Саша? Ты приходил в личную компанию несколько раз. Так, и? Да? Ну? Ну, это мое, это принадлежит мне. Я приехал с Москвы, прилетел. 2 дня вот мы по адресам ходим. Отлично, слушай, значит, в понедельник, вторник, в понедельник мне наберешь, и мы с тобой обязательно встретимся. Нет, мы с понедельник не встретимся. Ты слышишь или нет? Я тебе еще раз говорю. В понедельник мне наберешь и договоримся, встретимся. Уверен? Главное, чтобы ты был уверен. Понял? А? Главное, чтобы ты был уверен. Понял? Смотри, я сейчас просто улечу и все. Чего? Я сейчас просто улечу дома и все. Нет, ты здесь задержишься. Я тебе еще раз говорю, ладно. Я сейчас просто улечу. Я хочу просто побеседовать, объяснить ситуацию. Послушай, ваша, это твоя компания, ты говоришь, да? Да. Твоя компания работать больше не будет, если это твоя компания. Родной мой. Ну, не все так просто, как ты думаешь. Послушай, на самом деле все настолько просто, что ты в понедельник меня наберешь, и я уделю тебе внимание. Да, родной, да я сейчас просто вот сяду и работаю. Нет, ты лучше... Ты лучше не уезжай, ты лучше оставайся до понедельника. Почему? Ну, чтобы ты здесь был, ты же хочешь пообщаться. А я с удовольствием. Я тебе могу в понедельник выделить время, понял? Ты хозяин этой конторы. Да. Да, ты приехал из Москвы. Да. Да. Так вот, отлично. Значит, ты здесь задержишься до понедельника. У тебя такая возможность есть, тебя никто не торопит. А я тебе смогу выделить время в понедельник. Простите, у меня просто, понимаете? Я просто не знаю, человек вот я по-доброму. Послушайте, значит, каким образом мы можем поступить? У меня возможности выделить вам время в эти 2 дня нет, к сожалению. А вот в понедельник я с большим превеликим удовольствием. Да неважно, где я нахожусь, я говорю еще раз: у меня нет возможности выделить вам время пообщаться. А вот в понедельник у меня будет такая возможность. Поэтому в понедельник можешь в любое время позвонить, и мы обязательно встретимся. От встречи я не отказываюсь никогда. А вот время выделять свое, которое у меня запланировано, я на тебя не собираюсь. А в понедельник я тебе могу выделить? Конечно. Я уверен настолько, что ты не представляешь, насколько. Послушай, ты мне скажи, ты откуда вообще такой нарисовался? Послушай, мы не только по телефону. Послушай меня внимательно. Ты слышишь меня? Ляшки обдристал, Слушай, ляшки глашатай не обдристал.
чепушила поганая. Ты слышал меня? Бля. Да нехрен мне звонить и мне что-то угрожать, ты понял? Да я не угрожаю, я заебал, ты сказать, а папу все равно, маму все равно, ну что по всем адресам пройти. МКД, ты знаешь, сначала как в школе там призвали. Послушай, послушай, умник, ты настолько, ты даже не представляешь, что тебя может ожидать в связи с такими угрозами, понимаешь? Угроз? Нет, какие угрозы? Я просто говорю... Тебе, я тебе еще раз сказал, послушай меня внимательно. Тебе в понедельник нужно мне позвонить, и я с тобой встречусь. А ты здесь подожди. Тебе придется подождать, понял? Тебе придется здесь ожидать. Тогда, когда тебе скажут, тогда ты приедешь. А не так, когда ты хочешь. Понял меня? Да, вот сейчас конкретно так, да? Я тебе конкретно так говорю, понял? Ты кто такой вообще, чтобы мне звонить? А ты кто такой, чтобы ко мне приходить? Слышишь? Тебе никто не приходит. Если бы я пришел, ты бы уже передо мной стоял, понял? Перед тобой, а точнее, я к тебе не приходил. Звонишь ты мне, понял? И что ты условия какие-то ставишь. Поэтому, если я ты хочешь встретиться, ставлю, условия я тебе ставлю, понял? Я просто вас отвечу. Ты услышал? Понял? Что услышал? Блядь, я понял, не понял, блядь. Ну, может быть, другая игра. Родной мой. Вот то, что ты называешь там, как бы, да? Аферисты. Ты знаешь, куда эти деньги идут? Куда же эти деньги идут? Понимаешь? Куда эти деньги идут? Мы ровно половину отдаем силе бойцов одевания. Купаем разные. А, то есть ты за счет того, что людей, простых смертных работяг, вы обелечиваете, отнимаете деньги, кровно заработанные. Нет, такого нет. Такого, в смысле нет? Такого нет. Как нет? А что получается? Вы берете деньги и ничего не оказываете никаких нет. услуг. Как такого нет? Мы продаем пакет документов. Мы туда носили, никто не притягивает. Первый. Послушайте, вы вводите в заблуждение людей, которые не имеют никаких, вообще никакого юридического образования, нет никакого понимания. Вы пользуетесь безграмотностью, это вот так называется, понял? Ты слышал, что тебе сказали? Умника включил. Сирию какую-то, ты там еще что-нибудь давай припиши, там чернобыльцам помогайте. Нет, родной мой, я серьезно, я не обманываю. Да какая мне разница? Это значит, берите, скидывайте, зарабатывайте честным путем и занимайтесь, помогайте кому хотите, ты понимаешь, нет? Наверное, меня до конца не услышал. Мне очень нравится твой героизм. Я прям даже приятно. Да, героизм. Нет никакого героизма. Есть обостренное чувство справедливости. Что? Какой справедливость? Ты сам, блядь, как нужно. Какой? Ну? Что, какой? Ладно, хорошо, все. Я улетаю. Да нет, ты до понедельника потерпи. Мне очень хотелось бы с тобой встретиться. Я, к сожалению, не могу тебе времени выделить. К сожалению. Я думаю. Есть однозначно. При таких обстоятельствах. Что как? Ты это сам решил. Давай. Удачи, давай. Пастухов и все вы пешки. Вас посадят, другие придут. Мы всех будем потихонечку отрабатывать. Никто из вас нормальную работу, в кавычках работу, не будет осуществлять, обманывать людей. Я вам это гарантирую, поверьте мне. Я за свои слова, которые сказал Пастухов, что закрою Алексеевского, я их сдержал. И закрою каждый из ваших офисов, которые есть у нас в Воронеже. Если часть из вас сядет в тюрьму, часть останется. Вот и все просто. Я все прекрасно понимаю, как будет. Поверьте мне. Я знаю, как будет. Вы можете... Знаете, есть еще наказание, оно, так скажем, правовом поле, а есть Божье наказание. Так вот, оно будет и с той стороны прилетит, и с другой стороны прилетит, потому что все наверху, все видят. Значит, и все воздастся по заслугам. Я вас уверяю. Владимир Юрьевич, вот не знаю, почему вы так к вам относитесь. Но вы же знаете, почему к вам так относятся. Вы же все выслушали, вы просмотрели сюжеты. Вы, если там работаете, то уходите. Я вам скажу так, Андрей, уходите лучше пока оттуда, потому что скоро все закрутится, завертится. И знаете, посоветуйте своим коллегам, которые не хотят быть... Понимаете, мы сделаем так, чтобы те люди, которые там работают, значит, которые там пришли откуда-то там с каких-то факультетов, кто-то там еще как-то там, их же в лицо будут узнавать люди, в лица им плевать. Они на работу никто не устроится. Вам это нужно. Потому что людей обманывать может до определенного момента. Не, ну,
Вадим, ну здесь, сами понимаете, у нас такая система, так скажем, правовая, что это, я так понимаю, будет навсегда, грубо говоря, да? Вот. Знаете, как я скажу, представьте, какая ситуация, представьте, вот людей, которые в сюжетах увидят, запомнят, а люди разные бывают. Вот так идешь на улице, знаешь, что ты бабушек обманываешь, представляешь, и ноги поломают. Люди разные, есть в меру своей адекватности разные поступки. Вот представь, ты идешь, а тебе подошел какой-то человек, который просмотрел этот ролик и сломал тебе позвоночник или, я не знаю, или руки. Вот представь вообще, как будет, зачем потом спрашиваться, эти деньги, эти же деньги того не стоят. Эти деньги того не стоят, поэтому я и говорю, что лучше... Я согласен, Вадим, ну, как бы, я не знаю, я не продажник, я не тот человек, который там сидит и там может что-то, ну, как-то некорректно что-то выразиться, да, там, что-то сказать, там, то, что только адвокат, как вы сказали, да, там, или еще что-то, Да, больше того, адвокаты, которые с вами работают, будут уличены, у нас есть уже сведения о некоторых юристах и адвокатах, они будут позже в любом случае опубликованы. Я вам так скажу, значит, лица, которые будут сотрудничать с этой компанией, будут не на хорошем счету. Зачем это? А репутация, знаете, в наше время, репутация в наше время дорогого стоит. Владимир, я с вами полностью согласен. Если есть место быть, что кто-то вел кого-то в заблуждение, естественно, ну, это... Уголовное дело, тому подтверждение. Это публиковать. Это ваше дело. Вот. Но у меня, ну, главная задача просто, чтобы вы удалили эти ролики, чтобы, ну, не фигурировали... Послушайте, но вы свою задачу никак выполнить не можете. Вы свою задачу выполнить никак не можете. Ну, мы готовы вам компенсацию выплатить. Если, ну, сумма вас не устраивает, вы можете, ну, как-то увеличить, я перезвоню просто руководителю и все. Послушайте, наверное, послушайте, Пастухов, наверное, не понял. Вы знаете, на протяжении 7 лет, когда вот как я веду свою деятельность, мне предлагались разные суммы. Поверьте мне, они раз так в 10, а то и в 20 раз в некоторый раз превышали за простую непубликацию сюжета. Понимаете, я их не брал и не возьму никогда. По одной простой причине. Вы, все вот такого рода люди, которые себе позволяют и потом возбуждаются уголовные дела, должны быть популярны и известные люди. Понимаете? Чтобы таких людей... Потому что мне, допустим, люди... Вот, допустим, к вам пришли на консультацию в один офис, в другой офис. Мне люди потом перезванивают и говорят, а вы знаете, они там сидят. Вы знаете, они вот на этом адресе сидят. Вы знаете, я их в лицо узнал. Вы знаете, вы насколько стали известны лица? Так я больше того скажу. Эта известность, скажем, днем все больше и больше и больше. А чем она еще? У нас много впереди для вас сюрпризов. О всех этих сюрпризах вы узнаете обязательно. Точнее, вы будете их главными участниками. Поэтому я вам скажу так. Просто поговорите со своими ребятами, кто еще, вот, как говорится, еще мозги есть. Пусть подумают, стоит ли оно того. Я понимаю, кризис и все остальное, там, деньги – это важно. Но поймите, оно того не стоит. Эти деньги того не стоят. Ну, я вас понимаю, но просто как бы хотелось все-таки, ну, какой-то общий с вами диалог. Вот у нас диалог хороший состоялся. Вы, главное, услышали меня. Надеюсь, вы как бы поняли мою позицию и донесете, что вопрос нужно не со мной решать. Вопрос нужно решать с людьми, которые пострадали от ваших действий. Вопрос нужно с вами решать, потому что с людьми решать, опять же, есть договор. Как договор, это? Мы выполнили. Скажите, что со мной? Скажите, почему со мной? Я что, не пойму? Инвалид или что? Вы же выложили ролики, у вас десятки тысяч просмотров. Я вот лично прекрасно понимаю, что эти, там, грубо говоря, 50 тысяч просмотров, они спокойно могут вырасти в 200, там, 300 тысяч. И все, ну, наших людей будут узнавать. И, естественно, так их уже узнают, так они расти будут. Я вам так скажу, это так, вот в чем прелесть Ютуба. Это пожизненная популярность, потому что он с каждым днем и годом будет все больше и больше людей смотреть. И никуда это не денется. Ну, я с вами согласен, вот поэтому как раз я и звоню, что нужно мне к вами вопрос решить. Вы, наверное, не до конца поняли. Решать нужно вопрос не со мной. Если, знаете как, у меня задачи нет заработать там на ролики или еще что-то там. У меня есть задача помочь людям в данной ситуации. Так вот, если вы хотите, чтобы кто-то удалил эти ролики с канала, там, сколько этих роликов, так вот, для этого нужно приложить усилия. То есть, если вы
перестанете обманывать, первое, вернете деньги всем пострадавшим. Это первое. Второе, перестанете обманывать людей. Будете им прозрачно оказывать услуги, не навязывать, не обманывать, не вводить в заблуждение. Ну и очень много тому поводу. Вот при этих обстоятельствах, я вам клянусь, эти ролики 100% удалят. Вот если вот эти, вы свои условия предложили. Вадим Юрьевич, извините, я вас перебил. Вот бы сняли выпуск, то, что действительно вот там вот бы пришли в нашу там организацию, там на новые адреса, да, и там юрист вводил бы заблуждение, говорил то, что это 100% выигрышно, мы все взыщем и так далее и тому подобное. Но вы же этого ролика не сняли. Вы сняли, да, там вот какую-то консультацию, но опять же там вот эта юрист, она ну ничего такого сверх какого-то там ну не сказала, да, там были ошибки, да, безусловно, она там какие-то нюансы не уточнила, но тем не менее это не то, что там какое-то введение в заблуждение. А почему вы только про этот, про этот ролик говорите, про то, что снято? Почему вы не говорите о том, что, допустим, там людям пообещали, значит, за 50 лет совместной жизни 50 тысяч рублей, значит, плюс, значит, участок им какой-то положен? Почему вы про это не говорите? Почему вы не говорите про то, что там людям пообещали там 400 тысяч рублей за какие-то там, значит, положенные якобы льготы? Женщине, матери многодетной, ей якобы положены там 400 тысяч, я не помню, но фактически выяснилось, ей ничего не положено, нет, не материнский капитал. Ей просто за что-то там, я честно говоря, не помню конкретно, просто много пострадавших, все как бы нам, все к нам обратились. Вот. Вот почему вы о ситуациях других, когда реально вы ввели в заблуждение, ну ваш, не конкретно вы, а там вот ваши коллеги, значит, о том, что когда оказывают какие-то юридические услуги, значит, 20 тысяч сначала обозначили по стоимости, допустим, услуг, потом говорите, а вот вам надо еще доплатить 40 тысяч. Люди отказываются. А скажите, вот Пастухов, когда вот его, он же не в курсе, что его записывали на аудио, вот Пастухов, когда там на женщину матом орет, кричит на нее там вообще там, как ну бешеная, она там бедная испугалась, и когда он по телефону угрожает мужчине, там, молодому человеку, чтобы этот, он там мат, только сплошной мат. Сюда пришла. Я, девочка, сюда вопросы пришла. Мне, пожалуйста, нужно что-то с этим делать. Он говорит, все готово, на самом деле, наверное, на словах только все готово. Зачем так делать? Людей не надо обманывать, потому что вы работаете. Я вынуждена сюда прийти. Когда денег соберет, их нужно отрабатывать. Хорошо. На любой работе, так же я работаю, то же самое. Только если люди не юридически не подкованы, это не говорит о том, что люди лохи. Куликова. Здравствуйте. Вы по какому праву позволяете мне параши поливать, а? Я вам не сказала. Не я так. Еще раз задам вопрос. На каком основании вы поливаете мне параши и там что-то устраиваете? Какой параши? Вы дома у себя находитесь или нет? Я вам ничего не сказала. Сейчас на вышвырну отсюда и возвращаюсь в свою жизнь. Я кто вас обманул и в чем? Заказчик. С кем заключил? С вами. Кто заказчик? Я заключила договор вот с вашей компанией. Как вас зовут? Грибова Марина Юрьевна. Отлично. Почему вы поливаете мне грязь на рецепте при клиенте? Я лично вас не называла. А кого вы назвали? Чего я сказала? Я... Кого вы грязью поливаете? У меня же дома и еще спрашиваю, по какому праву? Зачем вы обманываете? Вы по какому праву там записи диктуете, я не пойму, а? Нравится записи вам слушать, слушайте дома у себя наедине. А меня... Да вы куда хотите пишите, а меня по грязи поливать не надо. Кто вас обманул? Я вам лично. Кто обманул, спрашиваю? Вы, компания. Чё? Хамство не ожидали, блядь? А я кому, знаете, какой редкостный, когда со мной хамский относится? У меня же дома, блядь. Чё ты врать нахуй отсюда, пизду? Чего не говорю? Да так они, сади, блядь, нахуй. Хорошо. И слышь, меня грязью поливать, мне дома хуй кто посмотрит. Я вам еще лично раз говорю, у меня дома хуй кто посмеет поливать меня грязью. Вы ясно? Вы нормальный, можно вопрос? А теперь можно продолжить после того дерьма, которое напалило. Я не сказал. Будет голос повышать, позовите меня. Я вышли сказал, знаком, зачем блядь, как последнюю подходит. Охуели, блядь. Здравствуйте. Чё, блядь, отравили-то? На рецепте важные были, блядь. Здравствуйте. Вот такая ситуация произошла.
В течение вот этих двух времени адвокат тянет и обманывает. Я приду, приду и не приходит. Я вынуждена, я заключила договор, вот, он вчера... Куда приду? Куда он должен приходить? Он сказал, придет, все, и он обманул. Вот мы должны были с ним подписать договор. Алло! Что трубки бросаем-то хоть? А? Трубки что бросаете? Или у вас духу не хватает пообщаться, не пойму. Что вы трубки бросаете, как маленький мальчик? Слушаю вас. Ну с мамой придите. Я говорю, расторжение верните. Вы что циркуете, как клоун? То с мамой придет, то у девочки выкрали расторжение, убежали. Ты что, выкрали, она мне его предоставила. Я говорю, ты что, как телок себя ведешь, хуесос ебаный, сюда приди нахуй, принеси обратно документ, черт задумай, блядь. Или ты что, клупоморжи, там печати даже нету, дебилой ты, тупорылый, блядь. Сюда, все? Канай, хуесос ебливый. Сюда все сказали? Нет, не все, еще не закончил, иди сюда, говорю, хуйло. Продолжайте. Что продолжать? Продолжайте. Иди сюда, духу, хватит или нет, ты? Или ты маму приведешь опять, ты? Продолжайте. А? Продолжайте. Я говорю, маму приведи сюда. Хусесня, маму приведи сюда. С мамой приди. А с кем я разговариваю? С кем я разговариваю? Ты нахуй разница, то тебе выебет сейчас, если туда придешь, понял? Я тебе нахуй, сука, так размотать, ты охуеешь, блядь. Сюда, говорю, канай, хуйло. Продолжайте. Разговор записывай. Сюда, говорю, иди сюда. И надо слушать, сука, какая-то... Это ничтожная, уебищная личность. Ты, блядь, сука, как черт, задутый, конченый черт. С мамой ходишь везде за ручку. Иди сюда и поговори по-мужски. Че ты? Или че? Кожим жим? Так ты так, сука, как рос, так и будешь расти, блядь, ничтожеством. Понял? Ты, хуесос. Мне достаточно, боже, наговорить. А запись, блядь, переслушивай на ночь. Слушай, на ночь какой ты хуесос. Я уже это слышал. Слушай, ржи. Черт. Ну чё, вернёшься или нет? Хуеплёт. Не ваше дело. Моё дело, хуеплёт. Иди сюда. Ты чёрт. Иди сюда, говорю. Чё ты сидишь? Ну чё, вернёшься? Хуеплёт. На ночь слушай, какое ты ничтожество. Конченое, мразь. Пидорас. Завершённый. На ночь переслушивай и маме дай послушать, с которой ты приходил. Какое-то, как она выросла, чмо. Никчемное, тупорылое чмо, какое она вырастила. Пускай она гордится таким чертом обоссанным, как ты. Это гордость, нахуй, это мужчина. Понял меня, хуеплет? Че молчишь? Телок тупорылый. А? Телок. Мук, скажи хоть, блядь, мук. Или ты не мучишь даже, все уже. Не мычишь, не келишься. А? Хуесосина. Бзливая, блядь, трусливая, ничтожная, чмо. Нравится все? А теперь на ночь включай и слушай, кто ты есть. И что ты себе представляешь? И помни, что ты хуйло, конченое, ничтожное, трусливое, чмо. Пошел нахуй, хуесос. Вы думаете, этого нет? Если этого нет в интернете, значит, этого нет, не зафиксировано? Вы увидите следующее продолжение. Однозначно будет снято новый сюжет со всеми, так скажем, подробностями. Это только начало. Вы доведите до Пастухова? Нет, Пастухов это, на самом деле, это клоун, как бы, его никто не считает, как бы, всерьез, он не решает какие-то вопросы. Его задача просто... Организовать процесс. Его задача организовать процесс на месте. Решает все вопросы, в Москве сидят ребятишки, значит, все, вообще ваша вся схема, все там, кто там, что там, как там, нам все это известно. Поэтому, знаете как, на нас ни с точки зрения физической и финансовой никак не повлиять. Единственное, что вы поймите, что повлиять могут только теперь на вас, причем в разной степени и по-разному. Я и говорю, что вы подумайте, нужны ли вам эти проблемы, эти деньги. Я сразу объясню, что все любые какие-то там попытки там, в отношении меня, там моих ребят, увенчаются, ну, может быть, вдруг даже успехом, но в плане того, что физическое какое-то. Вы поймите, нас это только закрепит и укрепит. Мы тогда перейдем на другой этап. Но у нас для вас есть сюрпризы. Вам они очень понравятся. Передайте обязательно Пастухову. Не, ну я к вам, ну, Владимир Юрьевич, я действительно к вам как-то не ваш противник, не ваш, как говорится, может быть, симпатизирую вам,
Вот, но я просто, ну, действительно, как бы, ну, просто прошу вас как-то удалить ролик. Если сумма вас не устраивает, вы можете ее увеличить, пожалуйста. Просто назовите. Давай, давайте, смотрите, давайте так. К нам обратилось людей, ну, достаточно большое количество. Вы сделаете фонд для нас, значит, такой, в размере 2 миллионов рублей. Я ни копейки оттуда не возьму, лично там пастухов может раздавать, либо под пристальным вниманием я могу лично раздавать, либо какого-то из пострадавших людей, значит, мы назначим ответственного, который будет, возьмет свои руки и раздаст всем пострадавшим. Вот этот вариант, если вы говорите увеличить сумму, давайте до 2 миллионов увеличивайте. И мы, соответственно, все это, значит, решаем этот вопрос. Люди довольны, и это мой главный будет результат. Ну, 2 миллиона – это мое руководство. Ну, а сколько готово ваше руководство выплатить людям, фонд сделать для пострадавших людей? Какое количество, какую сумму они готовы сделать? Ну, если так говорить, то 100 тысяч. Нет, послушайте, там людей пострадало гораздо больше сумму. Мы уже прикинули, мы только когда к нам обращаться начали, мы уже только в начале посчитали, там более 700 тысяч было. Вы понимаете, какие там суммы идут? Поэтому я сразу на скидку говорю там... Я понимаю, но здесь в любом случае, понимаете, Вадим Юрьевич, просто чтобы, ну, вам доказать то, что юрист там как-то обманул, ну, нужно какие-то доказательства иметь, опять же, да? Если есть договор, человек... Ну, мы уже перешли к стадии, мы сейчас опять возвращаемся к предыдущей стадии, мы уже перешли к стадии, значит, согласования суммы. Так вот, мое предложение сделать фонд в размере 2 миллионов рублей... Если у вас есть предложение о какой-то меньшей сумме, вы ее тогда согласуйте и потом перезвоните, значит, скажете. Я сам принимать решения такие не буду. Я буду в любом случае, значит, на эту тему общаться с пострадавшими. И какое окончательное решение они примут? То есть, Вадим Юрьевич, извините, я так понял, то, что вы хотите, ну, 2 миллиона рублей, чтобы, ну, как говорится, был фонд, чтобы всем людям, которые, ну, не получили какого-то ожидаемого результата, ну, вы говорите как угодно, ожидаемого результата, неожидаемого. Те люди, которые пострадали, написали заявление в отдел полиции, которые к нам обратились, значит, для них вы сделать должны фонд в размере 2 миллионов рублей и все выплатить. И это пока это не произойдет до этого момента, значит, у нас с вами будет вот все в таком подвешении. Как только вы решаете этот вопрос, мы закрываем вопрос по Ютубу. Значит, их, вы же говорите о том, чтобы их не было на Ютубе, они были не в публичном доступе. Соответственно, их просто не окажется, этих роликов, если вы сделаете такой фонд и выплатите, значит, людям пострадавшим. Ну, а вы не будете делать какие-то видео о том, что это ваше... Мы сделаем, мы, знаете как, смотрите, мы сделаем видео о том, что вы, в общем, красавцы, выплатили все деньги пострадавшим, и мы проверим вашу деятельность на так скажем, на чистоплотность. И если вы работаете чистоплотно, то вообще никаких этично, все вообще, работайте спокойно. Понимаете, мы не конкуренты. Мы более того, мы не, смотрите, мы проговорим о том, что, значит, вы выплатили эти деньги, что вы молодцы. Следующий момент, мы должны будем с точки зрения как общественности посмотреть, как вы оказываете эти услуги, чтобы не было новых пострадавших. И если все в соответствии, то какие вопросы? Мы вам не конкуренты. Мы не занимаемся тем, чем вы занимаетесь. Если вы действительно будете порядочно заниматься, вести бизнес, то и вопросов никаких не может быть. Мы бы с вами и не познакомились бы, так скажем. И сейчас бы этого диалога бы не было бы, если бы, было бы все порядочно. И все будет, и выйдет сюжет с тем, что, значит, юридическая компания, такие-то ребята, да, были неправы, но они поправили всю эту ситуацию, исправили, в общем, и все хорошо. Все, ребята молодцы, работают, но это, я говорю еще раз, нам нужно будет в этом убедиться. Мы же не можем голословно говорить о том, чего нет. Если мы скажем, что вы там молодцы, оказываете, значит, услуги качественные, все остальное, никого не обманываете, и при этом мы не проверим, а за вами есть такой косяк, ну, как вы думаете,
думаете, это, наверное, будет неправильно. Мы будем уже вводить в заблуждение людей, которые будут смотреть этот сюжет, верно? Нет, ну, естественно. Да. Я, честно говорю, я в этих делах, там, что вы говорите, о продажнике, это все прекрасно понимаю. Там, но вот, ну, я вот лично честно не согласен. Но у нас нет такого, что там кто-то вводит в заблуждение. Ну, хорошо, но у вас вот вы не согласны, но чем мы к этому возвращаться будем? Мы уже как бы поняли друг друга, каким образом этот вопрос может быть урегулирован. Ну, просто вот понимаете, Вадим Юрьевич, если бы был ролик, вот, где реально юрист там гонит какую-то херню, тогда ну, вопрос... У нас не было времени, мы бы сняли, поверьте, мы бы сняли это, но у нас не было времени для этого. Но знаете как, если продолжить в том же ключе, значит, вести бизнес, поверьте, мы снимем. Ну, то есть... С вами, я так понял, никак не договориться, это не то, что я плохой переговорщик, да? Послушайте, вы на меня, ваши методы разного там, так скажем, рода, они мне, на меня не действуют. У меня есть четкое понимание, как бы, и видение всей этой ситуации, поэтому меня сложно будет куда-то направить, там, перенаправить, там, урегулировать. Есть определенные, значит, вы хотите, вы вышли с предложением урегулировать вопрос, значит, вы услышали встречное предложение, каким образом оно будет. Мне лично денег никаких не надо, значит, моя задача, чтобы люди получили, те, понимаете, к вам попали люди, которые, Андрей, значит, послушайте, к вам люди обратились, которые, знаете, как, ну, социально незащищенные. У всех этих людей проблемы, большие проблемы были с финансами и есть. Так еще их больше. Кого-то в кредиты посадили, кого-то еще куда-то там. Понимаете? Они все сидят и лапу сосут. Я против этого, Вадим Юрьевич. Я не продажник, я просто исполнитель. Здесь я с вами согласен. Если кто-то вводит в заблуждение и так далее, здесь, ну, я лично против этого. Вы по моему предложению услышали, так скажем, уточненное предложение? Услышали его? Владимир Юрьевич, вот если 2 миллиона, этого точно хватит, то есть я могу, ну, как-то переговорить и вам перезвонить. Это точно хватит, я так скажу, это точно хватит на тех людей, которые обратились к нам, это точно хватит. Ну, я понял. А подскажите, там сколько вообще у вас, ну, обратились людей? Послушайте, вы думаете, вы знаете, как их? Я вам так скажу, когда начали выходить, да, ну их, я честно, я не считал их по количеству. Я вам так скажу, у меня телефон сорвался просто с момента публикации этих сюжетов. У меня просто сорвался телефон. Мне постоянно звонили люди. Вы знаете вообще, какое количество? Я уже молчу, количество с перфета, когда это было, потому что это одни и те же лица. Только с бюро юридических услуг за этот промежуток, блин, ну это огромное количество. Поэтому я навскидку эту сумму сказал, но ее достаточно будет, чтобы закрыть этот вопрос перед теми людьми, которые обратились к нам. Мы же говорим именно о нас и обо мне, и людях, которые ко мне обратились, правильно? Ну понятно, просто здесь второй вопрос возникает, опять же. Вот по поводу уголовного дела, тогда как с этим вопрос решать? Если он руководство одобрит и выплатит вам 2 миллиона, то вот что делать дальше? Послушайте, если эти деньги возмещаются, вы же прекрасно понимаете, что люди, которые написали заявление, их устроит этот расклад. Соответственно, значит, и если вы не будете вести аналогичную деятельность, обманывать людей, в заблуждение вводить, то, конечно же, людей устроят, и они заберут эти заявления. Я в этом уверен. Понял. То есть, ну, мне просто хотя бы, ну, приблизительно какие-то данные вы бы озвучили, сколько к вам обратился, 50 человек. Я вам, смотрите, вы хотели услышать от меня решение по вашему предложению. Мое решение по вашему предложению немножко сконструировать таким образом, то есть уточнить, сделать свое предложение. Оно, предложение звучит именно так. Вы 2 миллиона рублей выплачиваете, значит, все пострадавшие закрывают все свои там вопросы к вам, значит, и все. Мы делаем сюжет о том, что, значит, вы решили возместить, решили, как говорится, признать, значит, свои вот эти вот моменты, которые у вас возникли, недоразумения, назовем так, значит, уголовного права, недоразумения. И, значит, люди с таким же успехом эти заявления смогут забрать.
Если даже какой-то останется какая-то сумма с этих денег, мы их распределим среди людей, значит, будем считать как моральная компенсация. Ну, вот и все. Но я думаю... А вот люди, которые к вам обращались, они писали претензии официально? Вы послушайте, они не претензии писали, они писали все заявления. Претензию, ну, наверное, ну, большая часть, наверное, написала. Хотя, черт его знает. Нет, ну, если они в органы обращались, там, понятное дело, то, что отписка придет, типа, идите в суд, но вот... Не-не-не-не-не-не-не, послушайте, сейчас нет. Вы, наверное, не совсем поняли. Сейчас на личном контроле у Владимира Вячеславовича Пытьева, начальника отдела полиции номер 6, организована следственно-оперативная группа из 5 следователей, которая ведет это дело, потому что сейчас объединяться будет это все. Так вот, значит... Люди, все, которые раньше писали заявления, да, действительно, им всем приходил отказ. Всем, абсолютно, без исключения. Когда мы подключились к этому вопросу, значит, и все рычаги свои воздействовали. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Через некоторое время вы сможете продолжить разговор. Please, hold on for a while. Алло? Что-то вы куда-то пропали. Значит, после того, как мы в эту ситуацию, значит, вошли, чего мы добились? Наконец-то было возбуждено уголовное дело. И теперь каждый из пострадавших, который пишет заявление, эти все заявления приобщаются к этому уголовному делу. Отказов уже никому не будет. Просто вы сами понимаете, они могут уголовное дело-то, если они заявление сейчас напишут, когда они обращались, то они могут и не одобрить, они могут дальше продолжать судебное разбирательство. Нет. Смотрите, знаете, как сделаем? Смотрите, те люди, которые обратились к нам, значит, если мы договоримся на этих условиях, они, значит, ну, я уверен, что они так пойдут, я пока не буду за них прям вот говорить, но я уверен, потому что у них у всех задача какая стоит. Они последние деньги свои отдали, им нужно их вернуть. Они с удовольствием вернут, значит, точнее, получат эти деньги и заберут свои заявления. Значит, напишут как минимум, что возмещен ущерб. Значит, ну и, соответственно, если возмещен ущерб, то как, что там может быть? За примирением сторон все там будет замечательно. Ну, может, нам как-нибудь оформить как мировое соглашение тогда? Смотрите, вы имеете в виду с каждым из них? Вы же обращаетесь ко мне с какой целью? Значит, чтобы те люди, которые написали заявление... Значит, которые обратились ко мне, наши вышли по этому поводу сюжеты. Вы же хотите, чтобы этого всего не было, верно? Ваша задача такая стоит. Вот, соответственно, задача эта выполнима вот на наших условиях каких. Фонд 2 миллиона, пострадавший получается деньги, значит, ролики мы, соответственно, удаляем по этому поводу, значит, люди, соответственно, пишут в полиции, что им выплачены все деньги, претензий не имеют. Все, что там может быть еще в отношении вас? Больше ничего. Все? Я понял. Ну, в принципе, ну, а так с вами напрямую отказывать. Нет, смотрите, вы просто, наверное, вы знаете как, меня просто лично не знает ни Пастухов, никто из вашей вот этой вот контор. Кто меня знает лично, знает прекрасно, что чем я руководствуюсь, знаете, на этой ситуации, на горе людей наживаться, я заработаю честным лучше способом и буду спать спокойно. Хотя, знаете, любой нормальный здравый человек, значит, конечно, думает о том, что как-то хочется заработать там в семью. Но, понимаете, за счет других, значит, на горе других людей зарабатывать, ну, эти деньги потом еще 100-500 раз отольются мне в такой минус. Поэтому я, как преследовал цель помочь вот конкретно в данной ситуации людям, я ее, если таким способом смогу реализовать эту помощь вот таким образом, то я буду только рад. Значит, и вам будет на будущее уроком заниматься порядочно бизнес вести. Ну, жалко, конечно. Просто я могу вам, ну, действительно, там, до 700 тысяч. Да, я понимаю, и миллион, да это хорошая сумма, вы же поймите, это хорошая сумма. И, как говорится, только дурак от нее откажется. Вы считаете меня дураком, но у меня есть, знаете, как... Вы далеко не дурак. У меня есть определенные принципы, с которыми я просто не... Понимаете, одно дело, там, какую-то организацию, я не знаю, вот люди там обманывают, там, страховые компании, да, там, как бы, это такое что-то, они там сами дурят людей. Это как бы один момент. А это живые люди, понимаете, живые люди, которые последние деньги свои отдают. Вы
эту компанию, просто меня как попросили там переговорить как с юристом. Вот, ну, просто здесь, ну, мне кажется, в любом случае, где мы подходим, какой-то прочный переговорщик, ну, залетать или еще что-то. Вас плохо слышно. Если вы получите, ну, как бы, сумму, то слышно, что... Вас плохо, Андрей, вас плохо слышно. Алло. Да-да-да. Андрей, ваши старания напрасны. Есть вот обозначенные условия, если вы на них пойдете. Допустим, когда готовы сказать по этим условиям ответ, которые мной были озвучены? Сколько вам нужно? Ну, когда вашего звонка можно будет ожидать? Когда вы сможете перезвонить? Я понял. Ну давайте, тогда я буду ожидать. Просто сейчас мы можем долго и упорно эту тему разговаривать, бесконечно, я даже сказал бы. Да, вот, потому что у вас одна задача стоит, у меня задача другая. Ваши требования, как говорится, 2 миллиона вот людям, которые, как вы говорите, попадали, да, получили свои какие-то ожидания выплатить, и вы уже, ну, уже там, как говорится, договоримся, да, там выпускать видео или просто удалять. То есть уже решим вопрос. Скажем так, если вы пойдете на эти условия, то мы все вопросы решим однозначно. Нам ключевое по итогу, итог, люди должны получить все, значит, деньги, которые, значит, они потратили. И следующий момент, очень важный, вы перестаете вот баловаться вот такими методами, которыми вы баловались ранее. Поверьте, нам все ваши адреса известны. Просто сейчас время такое, ну и у вас, вы так должны немножко выдохнуть. Вы там закрыли динамик, не пойму, что-то прикрыли динамик. Вадим Юрьевич, да, алло, слышно? Да, да, да. Угу. Вадим Юрьевич, просто вот, ну, вы же сами понимаете, вы, ну, если к вам человек придет, и вы будете ему говорить, то, что вот, вы понимаете, у вас такие риски, это, ну, скорее всего, нерешаемо. Ну, кто с вами заключит договор? Не, мы про другое говорим. Не обманывать людей. Я имею в виду, смотрите, прописываете предмет договора. Вы продаете, знаете, ваш там руководитель, не знаю, может, даже вы там звонили, просто он был выпивший, значит, может быть, не вы, но с Москвы, в общем, он был немножко очень зол, видимо, когда все это происходило. Ну, вот. Ну, мягко скажем. Вы, значит, говорите о том, что, ну вот, если проблема нерешаема, ну зачем за нее браться, если она нерешаема? Вы сразу предмет договора прописываете, о чем речь идет, а не пакет документов, как сказал ваш руководитель. Вы продаете пакет документов. Да людям этот пакет документов не нужен. Мы понимаем, там есть конторы, которые занимаются там кредитом, помогают, мы ими тоже займемся. Кто-то там по недвижимости, все у них впереди. У нас просто, сами понимаете, немного рук, но потихоньку везде наведем порядок. Ну, вот. Поэтому легко и просто. У вас хорошо работает лидогенерация, очень хорошо работает. Вы нормально денег там вкладываете в интернет. Вы сами понимаете, что это за эту лидогенерацию мы платим очень большие деньги. Да, я знаю, я прекрасно понимаю, какие счеты. Да, понятно, что... Я прекрасно понимаю, даже где там колл-центры там? Даже, ну, как вы, то, что вы все риски озвучиваете, вы тоже то же самое закроете. Вы же сами платите за эту рекламу, что вы сами знаете, сколько это стоит. Да, конечно, я все это прекрасно понимаю. Так вот, смотрите, там по банкротству, еще по каким-то, ну, в общем, по разным темам. Так, если вы заключаете договор с человеком, ну, прописываете, вы ему объясняете, разъясняете. Многие же люди не читают просто тупо договор. Я понимаю, это их проблема, они там подписывают. Но вы, если добросовестно, у меня каждый, если ко мне приходит клиент, у меня каждый клиент по договору, если какие-то вопросы, мы им все разъясняем и говорим сами, прочитайте его. Да, некоторые говорят, да мы там верим, все это не под, они подписывают, есть такие люди, не спорю. Но вы же пользуетесь вот этим вот доверием, злоупотребляете, так скажем. Если вы не будете навязывать, говорить о том, что, допустим, вам какие-то квоты от какого-то Гусева там, от чего-то еще там вам положены, вы понимаете, вы
вы, ну, это назовем там нейролингвистическое программирование, вы пользуетесь, ну, психологией, так скажем, продажники там у вас, вы там их там учите. Все это я еще, знаете, когда давным-давно прошел и выплюнул, но работать нужно добросовестно, и будет все хорошо. Я понимаю, вы большие деньги за лидогенерацию платите, но нужно людям давать не то, что они пришли, допустим, вводить их в заблуждение, как некоторые вымышленные услуги, а то, что им действительно нужно и поможет. Если нужно сделать претензию и иск, то не нужно писать в дохрена инстанции эти... Там сами инстанции уже плачут от того объема, который вы им направляете. Они сами говорят, одни и те же вот эти жалобы, одно и то же, мы уже заколебались это все отвечать не по адресу. Вы поймите, что вы усложняете всем работу, не только людям, но еще и структурам. Ну, сами понимаете, государство так настроено, что никому ничего не оказывает, да? Да, все понятно. Ну, в общем, самое главное, мы можем об этом много, долго и упорно говорить. Да, вы услышали? Да, дискуссию, я тогда буду, ну, ближе, так сказать, закругляться к диалогу. Вы же извините, что я там, может быть, как-то не так что-то вам сказал. В общем, как мы с вами договорились, ну, 2 миллиона мы как, ну, если руководство... Вы наличку, вы наличку, деньги, вы наличку готовите 2 миллиона, значит, и, соответственно, будем мы там либо кто-то приедет, либо мы там кого-то выберем из пострадавших, но это мы, ладно, там сами решим. Ваша задача сказать, согласны, не согласны, а дальше мы уже более детально все обсудим. Наличку и дальше мы уже как-то будем уже взаимодействовать. Просто, ну, как-то, ну, вот как ваша позиция, просто услышать уже до конца, чтобы я уже озвучил. Смотрите, мы можем сделать так, мы можем документально оформить, мои юристы подготовят соответствующий документ, что вы передаете эти деньги, допустим, там, мне в рамках чего, для чего, значит, мы все это пропишем, чтобы вы, допустим, можете, там, я не знаю, ну, на карту это не нужно переводить, потому что это крупная достаточно сумма для карты. Ну, да. Ну, вот, это однозначно наличка. Мы подготовим все, мои юристы подготовят соответствующие документы, и чтобы эти деньги будут подотчетные, соответственно, каждый, значит, пострадавший получит эти деньги в соответствии с тем договором, который, значит, был заключен с вами. Тут вот просто понимаете, как если решать вопрос официально, то, ну, естественно, как минимум здесь нужно как-то суду ходатайствовать, пока что мировое соглашение, и мы договорились. Дело в том, что мы не в гражданском процессе, и задача стоит у вас какая? Вы хотите урегулировать вопрос с роликами, вы хотите урегулировать с тем, чтобы люди не имели претензий, они обратились, соответственно, такое центральное звено получается я, раз вы мне звоните. Ну, поэтому... Вы прикрыли опять динамик, динамик прикрыли, микрофон. Извиняюсь. Сейчас слышно? Да. Вот, ну, моя задача вообще изначально стояла просто вам позвонить и предложить вам сумму денег, чтобы просто дарить эти ролики и все. То есть, если, ну, вы предлагаете сейчас дополнительные условия, да, я просто хочу, чтобы моя главная задача, чтобы вот эти ролики были удалены. Ну вот, смотрите, давайте так сделаем. Давайте смотрите, вот. Вот, я услышал, вот смотрите, Андрей, я понял, просто мы сейчас, смотрите, мы завершим, смотрите, ваша задача удалить ролики, правильно я понял? Ваша ключевая задача. Вот, моя ключевая задача, люди должны получить деньги. Так вот, у нас совпадает это все в одном, вы выплачиваете 2 миллиона рублей для пострадавших, то есть мы делаем документально все это, оформляем, вы выплачиваете наличка 2 миллиона, значит, мы подписываем это соглашение, назовем так, значит, эти ролики, мы говорим же о них, вы выплачиваете эти деньги, соответственно, роликов там не будет, людям все это возместится. Вот это будет, если так, то это будет стоить 2 миллиона. Я выплачу всем людям, которые пострадали, эти все деньги. Вы получите свой результат. Это не будет этих роликов. Если вам нужен будет ролик о том, что вы выплатили эти деньги, значит, людям, и о том, что вы, значит, ведете добросовестно бизнес, что вот такая ситуация произошла, что вот, ребята, мы добросовестные и все остальное, мы все поняли, как бы... Мы выпустим ролик о том, что вот, ну, если есть конкретно, да, там, юристы, там, Пастухов, там, другие, там, Андрей Павлович, там, и так далее, ну, выпустим ролик о том, что, ну, вот, мы этих юристов уволили, и мы, ну, действительно ведем такой бизнес у вас.
ну, как устроит такой вариант? Нас устроит такой вариант, но вы поймите ключевой момент. Мы должны будем убедиться в том, что вы больше не ведете такой непорядочный бизнес. Вы готовы под нам предоставить такой момент, что, допустим, мы сделаем, так сказать? Ну, я же вам говорю, вот, Вадим Юрьевич, просто, ну, вот, действительно, я вам говорю, вы можете в любой момент прийти, там, в офис и, ну, грубо говоря, да, опять же, там, сказать людям, там, к какой-то юридической проблеме прийти. У нас нет такого, что мы заводим, ну, заблуждение. Если вы это заснимете, опять же, вопросов просто, ну, к вам вообще не будет. Ну вот тогда у нас все сходится, понимаете, со всех сторон. И вам, и нам с пострадавшими, у нас все сходится вот просто идеально. Поэтому вы поговорите, я тогда жду через час вашего звоночка, значит, по поводу вот, вот этих условий. И, как говорится, поработаем. Ну я понял. То есть дальше мы уже, ну, как говорится, зависимости от ответа обговорим, да? Просто, ну, да, мне нужно полностью знать всю процедуру, чтобы я там по три раза не перезванивал, потому что у меня тоже... Нет, мы подготовим, у меня юристы подготовят соответствующие, значит, документы о том, что вы на основании чего, кому, ну, что вы передаете, допустим, мне денежные средства, для чего, в рамках чего, значит, вот, чтобы у вас было подтверждение, и что я должен... Вопрос там, как бы, в суд выносим ходатайство, то, что... Нет, вот, да и какой, при чем здесь суд? Мы, да сюда никакого нет, вы не поняли, какой здесь суд, нет никакого процесса. Вы хотите, чтобы удалились эти ролики, чтобы их там не было. Мы говорим о том, что... Нет, ну чтобы... вы сказали то, что уже заведено уголовное дело. Вот, по поводу, я, мы же проговорили, по поводу заведено уголовное дело, чтобы люди, которые подали, написали заявление, которые обратились к нам, они, получив эту компенсацию, конечно же, они придут в отдел полиции и напишут, что они претензий не имеют, так как все возместили. Это они напишут и сделают каждый из тех, кто к нам обратился. Здесь проблем никаких не будет. Угу. То есть 2 миллиона наличные готовим, и уже дальше они заявление пишут. Просто мне единственное, последний вопрос, извиняюсь, что там долго ваше время, ну, хотя бы примерно, сколько к вам, ну, людей обратилось, чтобы мне понимать. Мне просто нужно эту информацию предоставить. Ну, я вам так скажу, это больше сотни, это 100%. Я их счет уже сбился. Вы понимаете, звонки были, вот, ну, постоянные после публикации. Они сейчас изредка появляются. Но вот весь пик вот этот уже прошел. Их большое количество, понимаете? Я как бы, я очень надеюсь, да, где-то. Ну, не знаю, но вы подумайте, что каждый из них, я вот даже честно сказать, хватит ли вообще вот эти 2 миллиона всем, чтобы раздать? Вот в чем вся фишка еще. 2 миллиона и навскидку, если каждый из них по двадцатке минимум отдал. Ну, я понял. А сколько вот реально к вам за помощью обратилось по возврату денежных средств, чтобы, ну, мы понимали? Что еще раз? Ну, по возврату денежных средств, сколько вам обратилось людей? Пострадавших вы имеете в виду? Ну, я же говорю, их больше сотни, я их, ну, не считал я их. Да это не принципиальный вопрос, здесь вопрос принципиальный. Вы позвонили с конкретной задачей. Вот для решения этой задачи у меня стоят, у вас стоят свои задачи перед вашим руководством, а у меня перед людьми, которые ко мне обратились, стоят свои задачи. Поэтому вы выполняете свои задачи, я выполняю свои. Тоже есть юридическое соглашение, да, там, о возврате денежных средств. У меня нет никаких соглашений с людьми с этими. Я им не оказываю юридических услуг. Если какие-то оказывал, значит, в рамках уголовного процесса, мы оказывали их бесплатно. Потому что мы помогали все это людям, чтобы все это возбудилось людям бесплатно, именно по уголовному делу. Значит, люди, которые обращались, допустим, с проблемами, которые вы не смогли решить, каким-то людям мы смогли решить вопросы, понимаете? У кого-то нерешенные вопросы уже остались. Так, большинство людей, у которых они просто не должны были решаться, они просто нерешаемые, понимаете? Просто вот как бы вот так вот решили заработать денег, называется, с вашей стороны. Поэтому у вас стоит задача вот такая, у нас стоит задача такая. У вас есть определенные условия. Мы сказали, что по условиям... Нет, просто как задача стоит? Либо это официально как-то решать, да? Чтобы бумагу мы заключим, у меня юристы подготовят. Просто их удалить. То есть мне просто, ну, вот это принципиально довести до руководства.
Мы оформим это все документально. То есть через суд и... Так, при чем здесь, вы не поняли, какой суд? Вы говорите, вы юрист, какой здесь суд? О каком суде идет речь? Вы говорите, ну, речь идет о роликах. Ну, уголовное дело, в любом случае, судья, который будет разбираться в этом уголовном процессе. Смотрите, если люди, которые... Вы про уголовное дело говорите? Если про уголовное дело говорите, то те люди, которые к нам обратились, они пишут в, значит, у следователя простую формулировку, что им возмещен ущерб, причиненный ими, вами точнее. И они претензий не имеют. Я это понимаю, но вы же знаете, что если очень много обращений, если есть какие-то факты, подтверждающие преступление, то следователь вправе отказать в том, чтобы люди забрали свое заявление или еще как-то. Они пишут, послушайте, им должен быть причинен ущерб. Если ущерб возмещен, то ничего и не будет. Ну, если возмещен, да, но хорошо, я не буду с вами спорить. Просто здесь, вы сами знаете, то, что есть практика, то, что если даже ты пишешь заявление о том, что ты хочешь как-то... Скажите, там Пастухов боится? Там Пастухов боится быть привлеченным? Ну, в том числе, да. Он особенно. А у него на самом деле, ему сильно там грозит, я так скажу. Вот. Поэтому Пастухову нужно очень сильно потрудиться и подумать на эту тему по поводу вот такого предложения с нашей стороны. Если вы выдвигаете, то и мы выдвигаем. Вот. Что со своей стороны? Мы сейчас просто в полемику можем погружаться. Со своей стороны я сказал, что мы можем сделать, на что можем повлиять. Если вы согласны на эти условия, значит, мы будем в этом плане, в этом направлении работать. Если не согласны, как говорится, поговорили. Мы на эти условия согласны, просто в любом случае я сейчас руководству перезвоню и вам перезвоню тогда. Просто вот, единственное, вот мне непонятно, как вот решать вопрос с этим уголовным делом, если честно. Ну, смотрите, вы звонили с одной проблемой, закончили мы другой проблемой. Да. Если его это так сильно волнует, значит, он должен поволноваться чуть-чуть, обязательно, пусть немножко поволнуется. Ну а так, если он закроет все вопросы перед пострадавшими, то и пострадавших-то и не будет, вы же понимаете. Они все же напишут, значит, заявление, а в смысле дадут дополнительное объяснение, что у них нет к нему никому вопросов, им возместили все, все хорошо, претензий не имеют. Соответственно, за что его привлекать? Да нет, да это, послушайте, это долгий процесс, значит... Я понимаю, что долгий, но просто там, либо удовлетворяют, либо не удовлетворяют. Нет, дело возбуждено, дело в том, что просто, скоро начнется стадия, просто ему, если он хочет это сделать, как говорится, так, чтобы последствия наименьшими было, то это нужно делать сейчас, потому что пока все они в статусе свидетелей, потом будет статус подозреваемых, потом обвиняемых. Понимаете? И вот, скажем, статусом все это печалька приходит. Потом дело передадут в суд. А еще до суда могут меру пресечения. Когда в статусе обвиняемого, даже подозреваемого, уже могут, поднялся в первой статье, прошу прощения, закрыть до суда в следственный изолятор. Там очень все серьезно, я вам так скажу. А как будет происходить передача? В смысле, как будет передача происходить? Ну, как мы приедем, соответственно, встретимся в каком-то месте, значит, например, в каком-то ресторане, не знаю, в кафе, значит, принесем соответствующие документы, вы их изучите, принесете деньги. Рядом какой-то должен быть банк. Соответственно, как только мы все проверяем, значит, все деньги, все нормально, подписываем договор. И все. Работаем. Ну, я понял. Моя задача стоит людям помочь. У вас задача, так скажем, вас там обелить, урегулировать вопрос там, в разных формулировках, там, значит, удалить ролики и все остальное. Но это должно быть ключевой момент по сюжету.
Значит, сюжет мы отдельно обговорим уже. Значит, меня сейчас первое волнует, это непосредственно возмещение людям пострадавшим. А по поводу сюжета мы отдельно все обговорим. Ну, я понял. Ну, просто, блин, вот последний, я не знаю, вот, ну, блин, мне нужно знать, как бы, вот, информацию, сколько вот именно людей и к вам обратилось. Послушайте, я не веду, не веду картотеку, не по смысле по этим, по не пересчитывал. На самом деле это вопрос-то не принципиальный, сколько людей. Количество там 100, 150 человек, я не знаю, там 90 человек. Вопрос в чем стоит? Возместить этот ущерб, вот мне непосредственно, у меня перед людьми, значит, что возместили. У вас стоит урегулировать этот вопрос. Все. Ну, давайте звоним, Юрьевич, я тогда перезвоню руководству, уточню там вашу позицию, все полностью перескажу и вам перезвоню в течение часа тогда. Да, хорошо, договорились. Вот, если все будет добро, тогда уже, ну, договоримся с вами и там, ну, по деньгам, тогда просто, ну, я не знаю, нам тоже просто, понимаете, нужны какие-то гарантии, то, что эти люди действительно напишут заявление о том, что они не имеют каких-то, да, там, претензий, еще что-то, ну. Послушайте, вы должны понимать, ваша гарантия, знаете, какая? Вы, когда деньги заплатите, вы представьте, люди эти получат деньги, это самая лучшая гарантия. Они, каждый побежит за этим за этих денег, потому что эти деньги важны для них. Каждый побежит в отдел и напишет. Вы, ну, в любом случае, тогда, ну, как будет, вы выложите ролик на Ютубе, потому что, да, вот там какое-то юридическое бюро, Алексеевск, оно выплатило деньги, то есть оно признает свою вину. Да, все верно. А вот нам этого не надо, как раз наоборот. Нам нужно просто, ну, решить вопрос и все. А, то есть, вот этих людей засвечено на Ютубе, и все. Ну, смотрите, мы можем сделать так. Мы выпустим сюжет без лиц, мы просто скажем, что или людей пострадавших соберем, где мы, ну, соберемся, что вот люди получили деньги, все хорошо, замечательно, ну и слава богу. Ну там, в общем, не будем никого мы там поносить. Понял. Да, конечно, не справляюсь с твоей задачей, но... Ну ничего, в общем, вы как могли, так и, в общем, пытались. Перед вами извиняюсь, то, что я там, ну, как-то не очень хороший какой-то собеседник. Я сейчас позвоню своему руководству, ну, озвучу ваши непосредственно требования, то есть, и вам перезвоню в течение часа. Хорошо, да. Договорились, не вопрос. Все, тогда ожидаю. Да. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Я очень надеюсь на вашу поддержку, ведь вместе мы сила. Распространяйте этот сюжет и не забывайте ставить палец вверх. Комментируйте. Всем до новых встреч. Ждите новых выпусков.